Привет, друзья! Всем привет! Привет! Рады вас видеть на новом видео. Сейчас опять будете говорить, мол, вот такие они пошлые, вонючие. Нет, это не мы такие, потому что челлендж полностью снят по вашим комментариям. А знаете что? Вы такие. Да. Ладно. Ладно, ребят, мы все такие. И сегодня будет опять правда или действие челлендж по вашим всяким пошленьким и подобного рода комментариям. Вот. Но если вы хотите больше секса, то вам необходимо перейти на канал Джо Парот. Также у Антона есть второй канал, называется Про секс. И этот канал предназначен, наверное, скорее всего, уже больше для людей, которые хотят поглубиться. Тьфу. Для людей, которые хотят... Тьфу. В общем, вы знаете, что делать, ссылки обе в описании. Итак, правда или действие, Настя? Начнем с действий. Станцевать лезгинку. Вставай сюда, танцуй лезгинку, вот тут. Ну-ка, давай еще мужской, жестче. Молодец. Итак. Правда или действие, Павел? Давай тоже действие. Давай. Паша, упусти Настю за помпу. Вставай, тирачку. Да блин, ты то тыкаешь меня, то кусаешь. Ваша любимая поза. Только не больно, блин, сколько ты кусаешься. Давай. Пожалуйста. Давай, давай. Тихонько. Все. У меня сейчас штаны слюнявые будут. Правда или действие? Давай действие. Пусть Настя сядет на лицо Паши 50 раз. Да. Вот так вот я хочу. Вот так вот. Вот так вот. Давай. Давай в другую сторону. Тебе понравилось? Да, в принципе, да. Павел, правда или действие? Правда. Паш, если было бы наводнение, спасательной шлюпки места было бы на одного, ты бы дал Насте уплыть, спасая ее, а сам погиб бы? Ну, от меня толку больше точно будет на этой планете. Поэтому я все-таки умру ради тебя, чтобы обо мне помнили. Чтобы ты на YouTube видео выложила то, что вот, Паша, ради меня. Все скажут Паша, и все, у всех останется просто, знаешь, в головах Паша как герой. Самое главное, я сейчас услышала, что толка от тебя больше. Пошел вон. Правда или действие, Настя? Правда. Настя, заказывала ли ты с подругами проститута? Итак, проститута я не заказывала. В отличие от некоторых. И стриптизеров там нет. Даже в отличие от некоторых. В отличие от некоторых. Угу. Паша, правда или действие? Действие. Ну давай, правда тоже. Паша, ты мог бы ударить девушку, если бы она матюкалась на Настю? Ну, честно, вообще девушек, конечно же, бить запрещено, это абсолютно неправильно. Но я могу так сказать, что есть такие бабы, которые, знаешь, прям хабалки, которые животные, которые там, не знаю, бухи постоянно, гопники. И вот таких баб я за женщин не считаю, поэтому такую бабу я бы ударил. Настя, правда или действие? Действие. Итак, Настя, ударить Пашу 3 раза по щечине. Да нормально, не бей разок. Да сильней. Так обидно было. Паша, правда или действие? Действие, давай тоже. Паша, оближи соль. Нет. Паша, ты что пердишь? Итак, друзья, ну тут, в принципе, вот на самой этой соль. Настя, правда или действие? Правда. А когда первый раз смотрела эротический фильм какой-нибудь? Я смотрела в 12 или в 13 лет. Мы были с сестрой маленькие и нашли кассету. Да, знаете, еще раньше кассеты были, видики, там кассеты. И, в общем, вот, и мы позвали друзей у всех, которые во дворе были, и смотрели, и потом бабушка пришла, и мы выключили, и всех друзей в шкаф спрятали. Сами сидели, потом бабушка ушла, и мы выключили. Нравилось?
Нет. Ничего не поняли вообще? Мы почему-то писать постоянно хотели потом. Что вообще? Я не знаю. Боже мой. Паша, правда или действие? Правда. Когда вы примерно собираетесь сыграть свадьбу? Итак, как я обещал, на 100 тысяч подписчиков я сделал предложение. Есть видео на канале, кто еще, может быть, не видел. Сама свадьба – это денежный вопрос в первую очередь, для меня, по крайней мере. И чтобы сыграть более-менее нормальную свадьбу, нужны более-менее нормальные деньги, а у нас их нету. Вот. Как только они будут, мы сразу же сыграем. Но уже год прошел после предложения почти. И надо в этом году сыграть. И надо будет в этом году сыграть. В общем, друзья, я постараюсь обязательно решить денежный вопрос, и мы обязательно в этом году должны пожениться, и вы это обязательно увидите все. Итак, Настя, правда или действие? Действие. Настя, укусить за ухо и сделать засос. Ну, я вот сюда вот сделаю засос. Да, куда засос сделать? Это вообще не написано. О, как она присасывает. Настя, сильнее, я тебя совсем не чувствую. Ты вошла? Вот сейчас вошла. Ой, что-то сильно так. Итак, засос Рэнди. Паша, правда или действие? Правда. Паша, расскажи об истории своей татуировки. Да, кстати, часто кто-то спрашивает об этом, то есть о татуировке. Вот, если кто забыл, у меня вот здесь отсюда и до сюда идет татуировка, да. В общем, там написано, труден лишь первый шаг, порта и тенери лонгиссимо. И сделал я ее 18 лет, 18 лет я сделал ее по сути по глупости. Что-то хотел сделать, то, что запрещено до 18, в общем. Вот что я хотел сделать. И я сделал татуировку. Я, кстати, заметил в жизни, зачастую я делаю сейчас первый шаг, дальше. И на втором спотыкаюсь и не иду. Да. То есть, да, то есть, у меня ощущение, что мне нужно дописать еще сюда, не знаю, или куда-нибудь дописать. Сюда, знаешь, давай. Дописать, типа, do not stop, типа, не останавливайся. То есть, да. Главное сделать первый шаг и не останавливайся. Вот. Вот такая вот история интересная у меня. И на самом деле, вообще такое ощущение, что она так и действовала. Правда ли действие, Настя? Действие. Итак, сейчас мы берем самый популярный комментарий из YouTube. И в следующий раз, друзья, самый популярный комментарий из YouTube, который наберет большинство лайков и комментариев под ним, мы точно это действие будем выполнять. И в этот раз этим комментарием стал комментарий Филипп Протасовицкий написал: полежать на кровати в позе 69 в одежде, конечно, но так, чтобы было хорошо видно попу Насти. Ставим лайк, ребята, это топ будет. Самое главное, да, чтобы было видно попу Насти. Ну давай, все, что, 69 не умеешь, что ли, блин, а всему учить надо женщину. Раком чуть-чуть, да, вот, ну елки-палки, да не так. Чтобы попу было видно. Просто вот так встаньте, все. Все, все, выполнено. Если вы хотите еще, чтобы вы продолжали эту рубрику, мне кажется, уже, да, это может выйти в какой-то... Да-да-да, то есть это грязные правды или действия по вашим комментариям. Пишите ваши комментарии здесь на YouTube, старайтесь выбиться в топ, потому что здесь будет только тот самый топовый. Также пишите ВКонтакте под постом, который будет создан сразу же, как выложено будет это видео. А мы вам счастья, здоровья желаем и всего вам самого наилучшего. Давайте, друзья, пока-пока. Да, кстати, еще посмотрите видео на лайв-канале с хасками. Всем нравится, очень крутой влог. Вы совсем забыли, что мы есть на лайв-канале, а мы там есть. И у Насти еще Инстаграм. Все в описании.